Я сегодня ограничусь двумя цитатами. Обе они о будущем, обе они, кстати, из фантастических произведений, естественно, потому что именно фантасты обычно говорят о будущем, часто говорят всякие глупости, но иногда говорят «мне». Первая цитата из повести братьев Стругацких «Гадкие лебеди». «Будущее запустило свои щупальца в самое сердце настоящего». Это сказано о том, что будущее — это не абстракция, не игра ума, не плод воображения, все гораздо серьезнее, оно уже здесь. Просто мы не всегда способны его различить и опознать. А это нужно уметь, потому что иногда, конечно, будущее оказывается волной, которую можно оседлать, а иногда заразой, которой требуется обезвредить. Об этом тоже важно помнить. Мы хорошо знаем, что ни наше прошлое, ни наше настоящее не является безусловным благом, что мы знаем, что в прошлом и настоящем было и есть немало дурного. А вот о будущем мы обычно склонны думать гораздо более благодушно, да, полагаясь на то, что в целом дела будут идти примерно так же, как сейчас, все устаканится, и от надоедливых пророков вроде Кассандры мы часто отмахиваемся. Это опасное благодушие, оно, собственно, погубило Гомеровскую Трою и много других обществ. А вторая цитата из знаменитого фильма Джеймса Кэмерона «Терминатор 2». Это повторяется лейтмотивом. The future's not set. Будущее не предопределено. А щупальца щупальцами, а человек, живущий здесь сейчас, тоже способен на многое. И, собственно говоря, практически на все, на актуальные свободы воли. Есть такая известная, модная в последнее время теория path dependence, глобальной зависимости общественного развития от предыдущих его стадий, от исторической колеи, в которую ты раз попал, то деться уже никуда не можешь. Это одна из самых вредных теорий, рожденных социальными науками. Это просто обессиливающая ложь. И все успешные общества, которые мы знаем, которые сегодня существуют, являются ее живым опровержением. А будущее не предопределено. И вот хотелось бы, конечно, чтобы еще одним таким опровержением стало и наше общество. А вот о том, как этого добиться, я расскажу тебе, Игорь Владимирович.